Всем хай, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и мы продолжаем проходить крутой скролл-шутер под названием In Space 2980. Поехали! Ну что ж, мы закончили на том, что прошли 4 миссии. Четвертая миссия была, ух, какая просто прям неожиданно жесткая и сложная. На нее потратил часа 3, наверное, если не больше. Вот. Все труды можете заценить в предыдущих видео. Все ссылки будут в описании. Так что смотрите, не стесняйтесь, оставляйте комментарии. Лайки ставьте, дизлайки и все тому подобное. Так, у нас 13 258 очков. Можем посмотреть, что мы можем апгрейдить у корабля. Давайте-ка заценим, посмотрим, что у нас имеется. Так, и, кстати, да, я понял, что, ну, после последней миссии я понял то, что нужно в первую очередь прокачивать защиту и хилки. Вот так, давайте тогда этим займемся. Регенерация корпуса определяет скорость восстановления повреждений корпуса. Прочность корпуса, чем больше этот показатель, тем больше урона сможете выдержать корабль. Давайте это мы немножко прокачаем. Потом мы сделаем так, щит тоже нужен, восстановление щита, да. Так, максимальная скорость, понятно, это для уворачивания. Где у нас жизни-то, мощность пушек? А, жизни никак, что ли, не сделать? Чем ниже инерция, тем быстрее корабль набирает максимальную скорость. Понятно, жизни нам не сделать, так что давайте емкость щита. Так, здесь у нас 8, да, регенерация. Так, скорость восстановления щита тоже давайте поставим. И так, ну как раз, да, уклонение можно и инерцию вот эту. Отлично. Думаю, так немного будет получше. Скинов у нас никаких не появилось, да? Красные артефакты больше не выпадают. В смысле, красные артефакты больше не выпадают. И меньше тоже. Так. Да, ладно, давайте попробуем. Выбор миссии. Что нас ожидает? Так, база Слейна. Пятая миссия. Теперь, когда основные силы пиратов разгромлены, я могу атаковать их базу. Задача — уничтожить оборону станции. Ну что, попробуем? Итак, подготовка к бою. Вот эта штука интересная, электрический разрядник. Интересная, но он, блин, он на ближний бой. Он больше для ближнего боя. Так, у нас дрон поддержки. Открылся какой-то энергетическая волна. Два дрона формируют энергетическую волну, которая наносит огромный урон противникам. Перезарядка 90%. Да. Выберем его. Так. Торпедостиратель. Ну, замена основной щиты и запас энергии. Давайте вот это выберем. А что из основного оружия? Блин, что бы взять-то? Ну... Давайте попробуем, да, электрический разрядник. Если нет, то я потом поменяю. Давайте попробуем, что у нас. А ты, должно быть, тот самый вредитель. Избавился от моего помощника, угнал мой транспорт. Весьма недурно для одиночки. Тебя наняла Соня, верно? Крутой, у тебя истребитель. Мы могли бы договориться. Ты отдашь мне свой корабль, а я и мои парни больше не будут докучать ни тебе, ни этой девчонке. Что скажешь? Итак,
У меня есть мысль получше. Ты просто оставишь в покое Соню, а я не буду уничтожать твою станцию. Мой корабль? Нет, это не обсуждается. Ну, давайте попробуем договориться. Так. Ахахаха. Ты серьезно это? Нет, ты, конечно, круто все такое, но в одиночку разрушить мою станцию. Да мои ребята разнесут твою посудину на части, прежде чем ты даже приближишься к ней. А жаль, такой корабль пропадает. Ты явно переоцениваешь себя и своих прихвостней. Ну что, погнали. Сразу заиграла спокойная музычка. Пока все лайтовенько. Воу-воу-воу-воу-воу. Так. О, дополнительные пушечки. Отлично. Выбрали. Не, ну предыдущая пушка мне больше нравилась, когда все в разброс идет. О, типа вот такое. Да, да. Отлично. Это мне больше нравится. Больше противников можем... Воу-воу-воу-воу! Вот где-то здесь я пилился, проиграл вроде как. Давайте попробуем. О, низкий заряд щита. Такое местечко там прям... Ого-го! Так, здесь у нас сработал щит. Блин! У меня... ХПшки вообще что-то... Воу-воу-воу-воу-воу! Критические повреждения. Давай, уничтожайся. Ай! Короче. Жесть. О! Хилку взяли. Здорово. Ну, что-то есть такое предположение. А, нет, восстанавливается. Я уже думал, у меня хилка не восстанавливается. Восстанавливается-то она восстанавливается, но... И кончается как-то быстро. Даже щит почему-то меня не спасает. Так, лазер тоже отличная штука. Не, вот эти вот узенькие коридорчики. Конечно, жесть. Блин. Опа. Босяра, что ли? Важных модулей разрушено 0. Воу-воу-воу-воу. Важных модулей. Критический у нас урон. Ой, повреждение критический, не урон. А как? Ладно, давайте. Подлететь-то можем ближе? Никак. Так, остались две особые зоны. Это, блин, как вот эти вот твари летающие тут по кругу, они мешают, реально мешают. Не знаю, получится или нет, блин. Сняло довольно приличное количество жизней. Критическое попадание, блин. Какого черта? Останавливайся давай. Нам не нужны такие потери, блин. Давай. Отлично, щит. А последняя осталась. Последнее укрепление.
последний модуль. Ай-яй-яй. Давай, давай, дохни, дохни, ну. Щит. Ё-моё, есть. 8. Фу! Отлично. Мы это сделали. Воу-воу-воу-воу-воу, близко сюда нельзя подлетать. Отличная работа, можно возвращаться на базу. Дополнительная награда 5000 очков. И пока я миссию проходил, я набрал 23 тысячи, почти с половиной. Так, и у нас достижение борец с преступностью. Итак, отличная работа, спасибо тебе. Теперь касаемо призрака. Я подняла все свои связи, но, к моему удивлению, информации получила немного. Сам призрак нигде не объявлялся уже больше месяца, его люди ведут себя крайне осторожно. Но, несмотря на это, один из них все же засветился. В ближайшие часы у него встреча с представителем CyberTech. Если поспешишь, то, возможно, застанешь его. Я, конечно, рассчитывал на большую информацию, но спасибо и на этом. Итак, миссия пройдена. И у нас... давайте попробуем что-нибудь апгрейдить. Апгрейдить мы можем... Так. Давайте увеличим мощность урона наносимого. Тоже, кстати... Нужен этот урон. Интервал сокращает интервал между выстрелами. Тоже нужно. Нужная вещь. Так. Энергия. Энергия пока, в принципе, вполне достаточно. Вот. Стресс она лечит. Так. Давайте защиту. Прочность корпуса еще увеличим. Вот так. У нас 2000 очков. Что можно взять на 2000 очков? Да ни черта мы не можем взять. Ну, ладно. Итак, более-менее нормально мы прокачались сейчас. Скины открылись. Ничего не открылось. Давайте переходим к следующей миссии. Шестая миссия «Человек-призрак». Судя по информации, полученной от Sony, один из людей-призрака находится в соседней системе. Он может быть полезен. Задача минус. Давайте вылет. Что у нас здесь новенького? В принципе, вот этот с низким уродом вполне нормальная штука. Но давайте попробуем верная пушка. А, веерная. Верная. Веерная пушка. Давайте ее попробуем. Ее давненько не использовали. Так, вот эта энергетическая волна мне тоже понравилась. И здесь что-то неуязвимость. Корабль становится невосприимчив к атакам и столкновениям. Эффект длится 3 секунды. Ну что, давайте попробуем. Погнали. Так. Выполняю сканирование. Множественные цели по курсу. Корабли CyberTech. Другие корабли не обнаружены, прогноз неблагоприятный. Может, они захотят поговорить? Внимание! Вы находитесь в зоне демилитаризации. Согласно директиве 66, боеспособные формирования подлежат уничтожению. Ваш корабль распознан как боеспособный. Вы будете уничтожены. Вот и поговорили. Отлично. Давайте попробуем сразиться с CyberTech. Пиратов-то мы вроде как уничтожили. Или просто ослабили, получается. Не уничтожили, а ослабили. О, какие-то новые турели. На, ломайся ты! Не захотела. Ладно. Будем турелей убивать, а от этого защищаться щитом от электрических зарядов. Хотя...
жизни тоже убавляются. Ай! Так, я выбрал другую пушку, ту, которую мы проходили прошлую миссию. Мне она показалась более как-то поинтересней. Вот. Да и сама по себе пушка мне как-то понравилась. Но этот... как его, блин, называют-то? Энергетическая вот эта пушка, которая электрическими разрядами фигачит. Она прикольная. Она мощная, но на близкое расстояние. Вот это что, фигово. Вот это меня напрягает. Воу-воу-воу. Давайте сделаем так, никто не возражает. Пошли они все к черту. Вот. А который разброс... Ну, разброс это разброс. Разброс можно и у селок словить здесь, чтобы было все в разброс. Так что вот это она более оптимальная такая, хоть и урончик у нее небольшой, но оптимальная, нормальная. Пушка такая. Так, половину миссии мы прошли. Что нас ожидает впереди, никому не известно. Воу-воу-воу, здесь у нас полный трэш. Так, блин, вот эти вот поля энергетические, столько много, прям даже не знаешь, куда срулить и что сделать. Даже простые враги не такие уж и сложные, как вот эти вот. Блин. Так, здесь надо аккуратненько, чтоб не врезаться в эти бочки, откуда выходит электричество. Ау-ау-ау. Так. И отлично, прошли. Блин, дернулась рука. Ладно, все равно его прошли, это место. О, какой живучий, какая живучая турель. Так, красные нам не нужны. У нас накопились способности, можно будет использовать в случае полного трэша. Да что-то, одни антиусилки. О, хоть щит. Отлично, мы прошли, почти прошли уровень. Наконец-то. Воу-воу, что за жесть. Сколько вас много. Вот так вот. У меня есть супер гиперпушка. Еще и лазер в придачу. Ловите, твари. Отлично, мы прошли. Отличная работа, можно возвращаться на базу, дополнительно 6000. И как обычно, пока я проходил, у нас накопилось 21810. Ты вернулся. Бойцы Кайбер Тэч стали нападать на все корабли в системе. Я и сама едва смогла отбиться от атаки. Не знаю, чего они добиваются, но с этим нужно что-то делать. А что у тебя? Узнал что-нибудь о призраке? Нет, нам были только бойцы Кайбер Тэч, и у них приказ на уничтожение всех боеспособных кораблей. Возможно, они с призраком заодно. Что? Какой в этом смысл? Ничего не понимаю. Думаешь, призрак правда стоит за всем этим? Так, в любом случае, нам нужно обезопасить убежище. Несколько больших группировок Кайбер Тэч видели неподалеку. Прошу, помоги разобраться с ними. Я же пока постараюсь организовать оборону станции. Хорошо, я помогу тебе. Возможно, через Кайбер Тэч я все же выйду на призрака. Итак, прошли мы очередную миссию. Давайте апгрейдим корабль. У нас 21 810 очков. И что мы хотели тогда? Так, щит. Да, щит.
Так. И мощность пушек. Еще 8. Что мы можем на 8 купить? Восстановление энергии. Энергии пока достаточно. Так. Регенерация корпуса. Давайте. Открылся новый скин. Дроны восстанавливаются на 15% быстрее. Блин. Давайте попробуем новый скин какой-нибудь. Я не знаю. Какой у нас, смотрите, бирюзовый корабль. Ну что, получено достижение новый стиль у нас. Седьмая серия, седьмая миссия. Ракетчик. Неподалеку замечена группа бойцов Кайбер Тэч, в составе которой находится корвет, представляющий наивысшую опасность для убежища. Задача — уничтожить корвет Кайбер Тэч. Итак, у нас здесь будет босяра, получается. Давайте. Выбираем нашу любимую пушечку. Так, и о, специальный прием новый открылся. Энергетическое кольцо. На 2 секунды вокруг корабля образуется кольцо, наносящее огромный урон противников и уничтожающие снаряды. Давайте попробуем. Смотрите, какой красивый корабль. И прям выстрелы тоже бирюзовые стали. Когда мы улучшили мощь, урон. Давайте испытаем на турели. Нет, турели все равно, блин, живучие твари. Так. Да, шкала расстояния до конца миссии у нас движется быстро, значит, у нас будет босяра в конце. Придется сражаться. Да сколько вас тут? У вас тут целая армия, блин. Воу-воу. Так, ну пока щит нас спасает. Пока у нас... А, лазер пропустили. Ну ладно. Самонаводящие ракеты, твари. Воу-воу-воу-воу-воу. Сжирают-то они... жизни прилично. Так, использовали, ладно. Все наши способности. Воу-воу-воу, как все узко стало. Оп-опа-опа. Опачки. Отлично. О, что за жесть? А, щит не успел взять. Черт. Ну что, мы подходим. Подходим к концу нашей дороги. Чувствую, сейчас будет жарко. Блин, энергия закончилась. Ладно. Главное, чтобы усилки были в тему сейчас. А! Воу-воу-воу! Блин. Ну, сверху. Ну, что поделаешь? Так бы, я боюсь, на мощности пушки не хватило бы, чтобы уничтожить. Давайте уничтожим так. Очистим дорогу. Так будет побезопаснее. О, вражеское судно прилетело. Ну, я думаю, мы с ним справимся. О, турели. Так.
67% щит. Во-во-во-во, низкий уровень. Низкий уровень заряда щита. Что происходит на экране? Блин. Нам бы усилочек. А! 28%. Смогу ли я? Давай, давай. 12, 12, 9. Ай-яй-яй-яй-яй. 0. Есть! Отлично! Отлично! Получилось! Аллилуйя, блин! Я эту миссию просто проходил не один день. Жесть. Отличная работа, можно возвращаться на базу. Дополнительно 7000 очков. Жесть, эту миссию я проходил просто несколько дней. Несколько дней, это жесть. Просто я не мог убить этого босса, этот корабль. И все потому, что просто куча летит в меня патронов, там снарядов, и мне тупо не увернуться. Вот, и пока я проходил, я набрал 51134 очков. Вот. Также я открыл скин, который я использовал. Сейчас я его покажу. Милитарий называется. Увеличен шанс выпадения оружейных артефактов. Вот так. Вот. Я решил его выбрать, потому что выпадали просто одни анти вот эти артефакты, анти-апгрейд, это улучшения красные, которые просто одна за одной выпадали. А с этим хоть скином какие-то годные улучшения для оружия, для пушки выпадали дополнительные. Вот. Я думаю, это меня и спасло. Ну, пока оставим этот скин. Вот. И что, друзья? Очки тратить будем уже в следующей серии, а эту серию я заканчиваю. Надо немножко передохнуть, нервы на исходе. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Ссылки будут в описании под видео. Вот. Я со всеми прощаюсь, до новых встреч. Всем пока.